Алена Косторная не выступит на командном турнире в Москве. Это было решение ее и Евгения Плющенко, который является на настоящий момент ее тренером. Официальная версия. Алена не до конца восстановилась после болезни, а заменит Алену Майя Хромых. А что думают болельщики по этому поводу? Это называется рассвет заката. Пора ей уже домик освобождать и коньки на гвоздь вешать. В следующем сезоне ей уже точно ловить будет нечего. Ну как так? Теперь уже ясно, что выступать Алена будет только в рекламе. Обидно за уникальную фигуристку. Какая фигуристка была! Все Бог дал! А домик-то придется освобождать. В общем, в этом сезоне выступления Алены практически нет. А жаль.